Процедура хоть и не новая, но каждый раз волнительная, говорят спортсмены. Если не уложиться в весовые рамки, не будешь допущен до участия. Однако на этот раз обошлось. Жарко было и на битве взглядов. Особенно в этом преуспел иркутский боец. Посмотрим, будет ли он таким же уверенным в себе завтра после боя. На этот турнир съехались представители Монголии, Иркутской области, Таджикистана и Республики Дагестан. Я все сделаю ради этого. Я буду все сделаю ради этого. Все, что могу сделать, все сделаю. Но соперника тоже особо выдал. Говорить плохие слова тоже не буду. Соперник тоже достойный, нормальный. Организаторы признаются, что основная цель соревнований – посмотреть и отобрать новых бойцов на большой номерной турнир, который также пройдет в Улан-Удэ. Кульминацией завтрашнего вечера станет бой между чемпионом Монголии по боевому самбу Батгырыл Дана и нашим земляком Алдаром Буданаевым. Рассмотрели сильные и слабые стороны соперника. Очень хороший, достойный соперник. Ну, будет завтра, в принципе, увидим. Напомню, турнир пройдет завтра, 12 мая, в 18:00 в ТРЦ Capital Mall. Никита Суханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.